У Ненецкого округа появилась своя энциклопедия. Презентация книги прошла в окружном краеведческом музее в форме творческой встречи с главным редактором и составителем Людмилой Корепановой. Далее все подробности. Я человек досужий, люблю докапываться до всего, и получилось информации у меня много. Людмила Корепанова, автор и составитель энциклопедии Ненецкого округа, рассказывает, как работала над книгой. Идея создания энциклопедии появилась в 2014 году. Издание состоит из двух томов и включает порядка 1800 статей, речь в которых идет об истории округа, климатических условиях, животном и растительном мире, природных ресурсах региона. Все откликнулись, не было ни одного человека, который бы сказал: «Ой, нет, я не буду, не нужно», наоборот. Все даже, и кое-кто предлагал материалы свои, и даже немало людей предлагали, и все это как-то надо было приводить в соответствие с энциклопедическими нормами и в соответствие с той исторической канвой, которая у нас сложилась. Энциклопедия Ненецкого округа создана на основе энциклопедического словаря, вышедшего в свет в регионе в 2000 году. Но за последние 20 лет появились новые исследования, свежие данные. Назрела необходимость выпустить обновленный труд. Энциклопедия получилась поистине народная, более 160 авторов. В подготовке книги принял участие 21 ученый. Я думаю, что у этой книги большое будущее, потому что это не просто словарь, это энциклопедия всей нашей жизни. История, география, краеведение, огромнейшее количество статей. Сотни исследователей работали над созданием этой книги. Это и библиотекари, это и архивисты, это и краеведы, ученые, исследователи. Поэтому я думаю, что у этой книги большое будущее. Создавалась она долго. И поэтому сегодня очень радостный день. Материал энциклопедии, конечно, должен использоваться в первую очередь для развития науки, как отправной момент, потому что все исходные данные, которые здесь будут представлены, послужат путеводной такой звездой для будущих дополнений, исследований. А для школьников это основа для их исследовательских работ. Поэтому считаю, что энциклопедия жизненно необходима. Юрий Бездудный поздравил Людмилу Корепанову с выходом книги и поблагодарил весь творческий коллектив, который трудился над энциклопедией. Я очень рад, что в этой книге можно найти ответы на очень многие вопросы. А поверьте мне, сегодня век технологий, казалось бы, мы все ответы ищем где? В интернете чаще всего, да? Но этого нет в интернете. Это есть только в энциклопедии Ненецкого автономного округа. Депутат Государственной Думы Сергей Коткин и вице-спикер Собрания депутатов Максим Арбузов присоединились к поздравлениям и отметили уникальность этого труда. Это колоссальный труд. Он требует огромного терпения каждого, кто в этом участвует. Потому что нервы все-таки сдают, все мы люди, и всем хочется эту работу сделать быстрее. Ну, у вас все прекрасно получилось, Людмила Юрьевна. Почти 1000 страниц мелкого текста с небольшим количеством иллюстраций. Это поистине титаническая работа. Тираж издания – 3000 экземпляров. В ближайшее время книга появится в образовательных учреждениях и библиотеках Ненецкого округа. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».